Квартира, в которой 24 года проживал Динмухамед Кунаев, теперь открыта для всех. После смерти Димаша Ахмедовича в ней жил младший племянник Диар Кунаев. Потомок выдающегося общественного деятеля старался оставить все в первозданном виде. Стены здесь выкрашены в тот же цвет, и паркет скрипит так же, как 20 лет назад при жизни Кунаева. Квартиру восстанавливать не приходилось, потому что после его кончины, по его завещанию, в этом доме жил племянник, младший племянник Димаша Ахмедовича Диар Аскарович Кунаев. Вот, и все эти долгие годы, 18 лет, он сохранял здесь все так, как было при Димаше Ахмедовиче. Здесь представлено около 6 тысяч экспонатов. Одна только коллекция книг сама по себе уникальна. Всего более 5 тысяч экземпляров. Динмухамед Кунаев очень любил читать и собирал издания со студенчества. По всему периметру квартира обставлена многочисленными подарками. Это и вазы с изображением Димаша Ахмедовича, индийские статуэтки от Индиры Ганди и оружие от Леонида Брежнева. Именно с этим ружьем они выходили с генсеком на охоту. Экспонатов много. Вот, может показаться, что это вот какой-то такой дух собирательства, но дело в том, что он очень дорожил подарками от людей, которые дарились от чистой души. Специально по заказу для членов Политбюро мягкую мебель в стиле ампир производили в Германии. А телевизор Panasonic Димашу Ахмедовичу привезли из Японии в 1984 году. Эта уникальная коллекция зажигалок. Динмухамед Ахмедович Кунаев начал собирать ее с середины 50-х годов. Всего около 500 экземпляров. Но в 1974 году, перенеся инфаркт, был вынужден бросить курить. Однако страсть к собирательству осталась. Среди экспонатов подарки от президента Египта Гамаля Абдельнасера, Саддама Хусейна, Фиделя Кастро и дорогого Леонида Ильича. Накинутый на плечики пиджак, оставленный на письменном столе ручкой и очки, работники музея постарались в квартире создать такую атмосферу, как будто Димаш Ахмедович только что вышел ненадолго. Сегодня было многолюдно не только в квартире, но и в сквере возле дома Кунаева. Аким Алматы, друзья, коллеги и просто люди, которые знали Димаша Ахмедовича, пришли к его памятнику, чтобы еще раз вспомнить видного политика, сильного специалиста и просто хорошего человека. Для нашей семьи он был очень, сыграл большую значительную роль, потому что он всем нам помогал. У него очень большое сердце, его сердца хватало буквально на всех. Он любил буквально свой народ, свою вот родину, и хотел, чтобы казахский народ жил лучше. Димаш Ахмедович был третьим ребенком в семье. Из 11 детей в живых сейчас осталось только двое – сестры Роза и Сара Кунаевы. Многочисленные племянники, внуки стараются гордо носить фамилию, которую знает вся страна и весь мир. Асайля Султан, Аль-Фараби Гусенцов, телеканал «Алматы».